Привет! Вы на канале Тим, Вит и Маша! Привет, друзья! Пришло время распаковки легендарного спрайзена S3! А это же Бейблейд Шукуриная! Да, самого популярного блейдера! У него столько поклонников, что даже каналы называют его именем! Что же в нем такого удивительного? А давай попросим наших друзей-подписчиков написать в комментариях, почему так популярен Шукуринай. Может, какой-то еще мини-конкурс объявим, как в прошлых видео. Неплохая идея. Итак, ребята, привет в начале видео тому, кто напишет первым, сколько лет Шукуринаю. Да. Я считаю, что Шук гениальный блейдер. Да, но во втором сезоне Шу исчезает таинственным образом. И вместо него появляется новый таинственный герой в маске. Red Eye. Красный глаз. Новый блейдер по характеру теперь очень напоминает Луи Широсаги. Он также ищет только достойных противников и настроен победить всех, кто стоит у него на пути. У него даже характер становится немного дерзким. Я думаю, что под маской сам Шукуринай. Я тоже так думаю. Так и есть. В бою с Луи маска незнакомца треснула. И все увидели нашего Шу. Ну что, давайте открывать легендарного спрайзена. Ну конечно, давай. Итак, открываем барабанная дробь. Та-дам! Так, что у нас там? Вытаскиваем. Запускалка, да, это ключ, которым поворачиваем. Сейчас мы расскажем, что это за ключ. Итак, вот наш суперский Бейблейд. Это тип баланс. Но, ребята, энергетический слой у него с секретами. Во-первых, первый секрет то, что у него есть сзади левосторонняя и правосторонняя переключатель. Он может двигаться и в ту, и в другую сторону. А во-вторых, посмотрите, у него сам диск несимметричный. Видите, здесь большие крылья, здесь меньшие. И тоже в этом секрет. Смотря под каким наклоном вы запускаете этот Бейблейд, так он меняет свои характеристики. Он может быть и атакующим, а может быть и выносливым. Посмотрите, у него силовой диск такой же, как у Фафнира. Да, овальной формы. И кроме того, он довольно-таки тяжелый. А что это за кружок такой? Маш, а это и есть тот самый ключ, который помогает переключать режимы на нашем Бейблейде. Ну что ж, давайте теперь его соберем и посмотрим, какой он суперский в собранном виде. Да! Итак, вот мы собрали нашего легендарного спрайзена. Посмотрите, какой он мощный, красивый. Цвет немного агрессивный, но с другой стороны даже притягивающий, стильный такой. Ну что, Маш, ты нашла ему соперника? Да! Мы сейчас поставили на режим правостороннего Бейблейда. Поэтому Маша ему выбрала в соперники Роктобора R3. К бою! Да! Раунд первый! 3, 2, 1! Ого, что это с Роктобором такое случилось? Такие круги наматывает! Спрайзен занял стабильную позицию в середине арены. Он поддевает его, наклонился. Да, смотри, Роктобор хочет его, но не рассчитал силу. 1-0 в пользу Спрайзена.
Раунд второй. 3, 2, 1. Так, рактовор прям на себя не похож. Посмотрите, пытается Спрайзена остановить. Спрайзен идет в середину арены стабильно. Так, сейчас потихоньку его рактовор вытесняет. И кто же? Так, на пару оборотов все-таки выиграл рактовор. Что ж, счет пока 1-1. Раунд третий. 3, 2, 1. Так, красиво оба пошли. Посмотрите, Спрайзен всегда становится на середину арены. Прям удивительно. А рактовор сейчас начнет его вытеснять, мне так кажется. Или просто, смотрите, он уже виляет, рактовор виляет. Ха! 2-1. Как-то Спрайзену легко это удается. Раунд четвертый. 3, 2, 1. Ого, только что столкновение какое было. Тоже после такого столкновения выживет. Смотрите, рактовор прям чуть ли не атакует. Вот так у рактовора. Что же сейчас будет? Ого! А вот это становится интересным. Счет 2-2. Сейчас будет решающий бой. Раунд пятый. 3, 2, 1. Так, да, тишина такая. Не знаю, смотрим. Это решающий раунд. Интересно, кто же все-таки станет победителем? По-моему, они оба. Нет, все. Спрайзен показал свое мастерство. Ну что ж, правосторонний Спрайзен показал себя во всей красе. Давайте в следующем видео заснимем, как будет Спрайзен вместе с Фафниром, да? То есть левосторонним. Ну давайте. Ребята, как вы считаете? Ставьте лайки, кто хочет увидеть бой Фафнира и Спрайзена легендарного. Подписывайтесь на канал Team Vidic и Маша. Пока, пока. Пока, друзья.